по земле, да, вот его живот такой большой, да, и рядом святой по богатству, да, вот вот святой по земле, да, вот он помогает только хорошие дела, да, вот были на этой земле, вот святой по богатству, он помогает, что вот люди живут на этой земле, да, будут богатым. Вот так. Ну, в этом доме, богатство, да? Богатство будет в этом доме. Ну, типа так. Да. Вот интересно, видите, девушка, они поставили вот на пятер. Да. Вот вера, да. Малышку они там поставили. Это благовон. Да. Вот, вот, вот. Обратите внимание на эту девушку. Да, в каждом уважающем себя доме есть вот такой уголок, где стоят их как бы охранники дома, святые. Один охранник самого дома, второй приносящий удачу и богатство. И вот девушка с самого утра, это сзади нас салон красоты, девушка с самого утра ставит благовония, цветы и просит о том, чтобы день был удачный. Посмотрите.